Сдается все, да, больше ничего внимания. Павел, один вопрос в чате вам задает Дмитрий Олехнович. Он не успел сюда, он спрашивает, что как привлечь европейских политиков для того, чтобы помочь политзаключенным. Вам вопрос, сказал, что если он не успеет, то чтобы я вам задал вопрос. Про амбассады працовать. Напрямую европейцы зараз в абсолютной большинстве своей идут на контакт с режимом и игноруют громадянскую супольность, оппозицию и так далее. Робят выгляд, что в Беларуси все добро. И працуют с режимом. Сподяются оттягнуть его от России. Ну, вот это сумневная тактика не дает нам напрямую працовать так, как мы працовали, например, еще 10 годов тому. 10-5 годов тому навод можно было различить, что европейцы поднимают. Зараз есть только несколько политиков, с тех, кого я веду, европейцев, и какие-то пытания не поднимают. То есть регулярно. А Штравичус там и некоторые иншие. Вот. Покуль за этим тяжко. Будем спробовать присоромить тех, кто разговаривает с Лукашенком тут в Беларуси. Будем спробовать разговаривать с амбассадорами, с теми, кто приезжает. Ну, я со своего боку там, где буду встречаться, это завсёды одно из первых питаний. Поднимаю. Таким чином. Вот, ну, а способ простый. Кейсы, презентации, выпадки, пресса, медийность. Когда пресса про это пишет, амбассадоры так иначе досылают у своей столицы с повешений и тут чем более пишет пресса, конечно. Господар Павел, можно питание? На кон Куропату. Як там справа идти? Куропата зараз да, стоїть варта. Перемагаєте зайдеться, чи ні? Куропата стоїть варта, я думаю, що справа не така легка, але виніки поугодової варти у нас такі, що деться зайдеться не буде. Я думаю, що ресторан альбо збанкрутує, альбо буде у стані такої стагнації бізнесовної. А які плани, що після Нового року предполагається? Тобто буде ли стража продовжена в Куропаті? Варта, звісно, буде протягуватися, коли у цьому буде потреба, коли будуть люди. Навіть несмотря на морози? Не глядячи на морозы, я нагадаю, что в 2001-2002 годах люди круглые сутки стояли у куропатах, как оборонить. Та варта должилась 8,5 месяцев круглые сутки. Там у зараз это на вот у 2-3 раза меньше по часе там люди. Конечно, люди будут стоять. Покуль люди будут стоять, варта стоит. И покуль варта стоит, питание куропатов не изнято. Питание вот этой ганебной ресторации. Спасибо.